Это что за херня, боже мой? Всем привет, дорогие друзья, с вами Страсин Субсидий, и сегодня мы продолжаем играть в реалистичный Майнкрафт. Сегодня у нас уже 13-я серия, и она у нас финальная, последняя. Почему? В прошлой серии я это объяснял. Также в прошлой серии я сломал свой дом полностью и построил портал в End. Кстати, собрал все вещи, которые мне были необходимы, зачаровался. Это все есть в прошлой серии, если что, посмотрите. Ладно, идем прямо-таки сейчас к порталу. Еда мне сейчас нужна? Нет, не нужна, потому что я взял вот такие вот золотые яблоки зачарованные. Ну чё? Поехали в End. Загрузка мира. И сейчас будем сражаться с драконом. Жаль, что ничего из нано не сделали, из кванта тоже, но... Ого, а чё так далековато? Окей. Ладно. Надеюсь, мне хватит блоков. Давай. Да, должно хватить. Быстрее, пока эндер-дракон меня не убил. Давай, еще чуть-чуть. Так, 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 так. О, там, кстати, какая-то руда новая. Так, все, думаю, все. И теперь нужно вверх подниматься. А, мне еще 20 блоков. Фух, вещи есть, слава богу. Я думал, что вещи пропадут. Так, ну это хорошо, что вещи у меня остались. Блин, а кирка? Кирки нет, окей. Блин. Черт, гребаная вода. Так, наконец-то я всплыл. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Может быть, зря я взорвал дома. Так. А, да, в принципе, можно вот туда вот пройти. Так, и вот так вот земельку возьму. Отлично. Кстати, можно TNT взять. Кстати, солнечная панель уцелела. Так, так. Окей, перепутал порталы. Другой портал. Где он? Вон там где-то. Любому. Вон. Поехали далее. Итак, я опять умер. Только что взял креативку. И, блин, опять прилетел. Так, надо было, кстати, геймод... Ой, спаунпоинт поставить, потому что мне мешает дракон перемещаться. Я просто не успеваю. Надо быстрее пройти. О, нет. Да, ну, блин, это невозможно, мне кажется. Тем более кристаллы еще сейчас будут. Это реально, это очень сложно. Поэтому надо сейчас по-быстренькому сделать геймод 1. Геймод 1. Вот, зависло. Так, где наш портал? Вот наш портал. Ставим тут, короче, спаунпоинт. Потому что, блин... Короче, ладно, давайте тогда телепортимся в режиме креатива, ибо это будет очень долго. И вот сюда вот встанем. О, Change Cube, опа. Что, давайте проверим нашу удачу. Это будет теперь спаунпоинт. И гейм мод 0. Поехали. А, смысл сейчас как-то... Да. Ой, ё-моё, отлично. Новые пауки. Эндер-пауки. Вот так, ладно, посмотрим, что тут в Ченч-кубах. Пошел, вон паук. Ченч-куб, и что тут у нас? О, не, не надо. Сейчас что-то плохое будет. Ладно, короче. Блоков у нас нет. Кирки у нас тоже нет. Но у нас есть TNT. Которые... Давайте куда-то поставим. И взорвем. Так, отлично. Пошли золотые
яблочко и... Ого, кстати, очень много этого. Давайте все-таки возьмем кирку. Алмазную. Поменяем на... Нет, на вот это. И возьмем булыжник. Много. Так, и снежки. Мне нужны снежки. Вместо вот этого вот. И вот это вот. Вот, отлично. Все. Теперь будет очень легко ломать их. Смотрите, вот так раз. Минус один. Нет, минус два не получилось. Давайте сейчас минус два будет. Нет, тут их много, блин, этих кристаллов. Это будет сложно. Так. Можно и луком. Минус два. Минус три. А, блин, подождите. Режим креатива не надо. Минус три. Блин, чуть-чуть выше. Блин, чуть ниже. Ну, давайте так где-то. Ой, пипец, попасть не могу. Ладно. А, я туда еще не попал. Думаю, можно даже будет не подниматься. Так, сейчас. Отлично. Думаю, быстро получится сломать эти кристаллики. Потом будем долго уничтожать этого дракона. Отлично, попали. Так, идем далее. Можно, кстати, сломать парочку. Надо эндерменов там поубивать, чтобы получить хуза. Интересно, что из этих пауков дают? Сейчас все против меня эндермены пойдут. Что это такое? Боже мой. Так. Короче. Блин, думаю, попаду, кстати. Так, ломаем следующий. Давай, попади отсюда. Есть, попал. Попал. Нормально, кстати, уничтожаем быстренько. Ого, с первых попыток. Ну, почти. Так, четко выходит пока что. Так, и последний. Блин, думал опять с первых попыток получится. Блин, давай потише, потому что все слышно. Слишком близко. Так, он нам следующий. Давай. Что-то в этот очень даже проблематично попасть. Наконец-то, блин, попал. Так, давайте change cube сломаем. Wait for it. Так. Что-то их много слишком стало, да? Не надо не бить. Давай. Так, ладно. Дальше. Давай, повыше. Еще один. Да ну блин, еще. Так, еще немного, да, осталось? Сколько еще? Так, пошел. Еще раз. Три, что ли? Если я не ошибаюсь. Если я не криворукий, если я не тупой, то три. А там посмотрим, потому что я еще не видел это же. Так, давайте вот эти вот три. Блин, я хотел с первых попыток всех поуничтожать. Так пафосно, ну ладно, не получится. Так, похоже, это все. Вон последнее. Вон она. Похоже, что да. А ну-ка, давайте еще с вами киченечку. О, лоу 2. И сушитель, и эндер-дракон. В одном мире. Охренеть, ну нафиг. Бежим. Так. Ладно. Я не собираюсь уничтожить два босса сразу. Поэтому нетушки. Кстати, все.
Все, убиваем дракона. Давайте, ребят, финал сезона, так сказать. Ого, ну нафиг. Это что за херня, боже мой. Ченчку огромный. Огромный ченчку, класс. Ха, меня убило. Отлично. Но я на этом не сдаюсь. Поехали дальше. Поехали, поехали. Финал как-никак. Ни хрена. Я возьму геймод один. Давай. Я остался вручную с этим эндер-драконом, поскольку у меня закончились стрелы, мне больше вот эта вот хренотень не нужна. Я ее выкинуть не могу, лоу, и нажимаю на R, но не выкидывается. Ладно. Будем, короче, драться теперь против эндер-дракона, окей. Вручную, да? Не знаю, стоит ли сейчас. Не мотать. Быстро. Ну, кстати, так дрыгается, боже мой. Так. В принципе, пофиг. Давайте все-таки мне нужно убить эндер дракона. Кстати, хорошо, что она на меня не агрится. Киви. Лоу, может быть, она мне не должна агриться, кстати. Если его по-другому переименовали. Возможно, киви это мой питомец. Почему я его ударить не могу? Я не могу ударить дракона. Ладно. Хорошо, переключаюсь, наверное, тогда на быструю перемотку, потому что. Так я вообще, блин, буду бить еще 2 часа, поэтому раз, два, три.
22, блядь. Ура! О, я понял тактику. У меня появилась тактика. Чего остается? Давайте убиваем. Убиваем. Сейчас убьем Иссушителя. Давайте. Я убил Иссушителя. Адская звезда получена. Ура! Ребята! Yes! Я получил адскую звезду. Ребят, смотрите, да? Два достижения выполнили за одну серию. Ну, еще второе не выполнили. Где дракончик? Главное достижение сейчас будем выполнять. Это уничтожить эндер-дракона. Первый босс уничтожен, теперь остался второй. Кстати, этот иссушитель даже не был в моих планах. Если честно. Да, ну... Ну ладно, раз он выпал из этого блока, то пусть так. Давайте. Ребята, просто посмотрите на это. Просто посмотрите, это же эпик. Эпично, смотрите. Ой-ой-ой, сейчас как плавненько. Опыт, ребята. Просто поставьте лайк на эту финальную серию. Уху! О, да, друзья, опыт. Очень много опыта. Яйцо эндер-дракона и портал в нормальный мир. Ладно, давайте все-таки схаваем этот опыт. И сколько? О, боже. 60, ну где-то 71. Ну, 73 уровня. 73. Круто. Так, давайте сейчас возьмем это яйцо эндер-дракона. Итак, ребят, спустя некоторое время понял, что это яйцо мне ни к чему, поэтому все. Ну что, ребят? Думаю, на этом уже можно заканчивать данный летсплей, данную серию. Просто полностью заканчивать сезон. Давайте закончим. Досмотрим до титров. Посмотрим просто на вот эту вывеску Minecraft, точнее логотип. Нажмем Escape. И вернемся в наш мир. Так. Ну чё, ребят. Вот эту вот деревушку мы нашли еще в начале сентября, вроде бы, да? Или когда мы там ее нашли, не помню, уже когда начал сезон. Или в октябре начал сезон. Короче, вот наш домик, который я спалился, уничтожил, короче. Да. Хочу, чтобы все мои вещи покоились вместе с этим домом, который как бы уничтожен уже, да? Давайте все эти вещи нахрен выкину. Ведь они нам не нужны. Все. Можно, кстати, знаете, как сделать. Так, сейчас. Вот так точнее. Геймод 1 и... Давайте сделаем то же самое, что сделали в прошлой серии. Где этот грёбаный динамитик? Окей, просто напишу ТНТ. Боже мой. А, в механизмах, точно. Динамит. Сам Майнкрафт, что ли, не хочет? А, нет, хочет. Все, вещей больше нет. Так, ну что, давайте, наверное, раз финал. Все сожжем к чертям, да? Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Жителей уже не осталось, поэтому гореть
пусть будет гореть. А, жители еще есть, ну ладно. Ну что, ребята? Блин. На этом можно заканчивать наш летсплей полностью, да? Вышел в нем всего лишь 13 серий. Не думаю, что это так прям мало что-то значит. Ну, ребята, вот так вот получилось. Летсплея больше не будет, поскольку летсплея никто не смотрит по Майнкрафту. Думаю, скоро сделаю подкаст, в нем что-то обсудим, что мне снимать по Майнкрафту новое, потому что, блин, никто уже не смотрит эти тупые летсплеи, никому не нужны, поэтому больше я их снимать не буду. Да, поэтому всем спасибо, кто был со мной весь этот летсплей. Да. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, вступайте в группу ВКонтакте, добавляйте меня в друзья ВКонтакте. Все. На этом все, друзья. Всем удачи. И всем пока, ребят. Пока.